Военный самолет-истребитель Су-7Б был установлен ко дню 30-летия победы в Великой Отечественной войне. Его открытие состоялось 8 марта 1975 года. На северной грани правой подпорной стенки был размещен текст «Доблестным дальневосточным летчикам, проявившим героизм и мужество при защите советской родины». На продольной стене слева надпись «В битве кровавой, сумев невозможного грань переступить, они остаются в бессмертии жить». Су-7Б на долгие годы стал основным тактическим истребителем-бомбардировщиком советских ВВС. Он поставлялся во многие страны советского лагеря и союзникам СССР.